Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardreset Info. Перед нами Samsung Galaxy Tab S8 Plus. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве подключиться к AirPods. Для этого мы берем сами наши наушники AirPods и на планшете заходим в настройки. Выбираем пункт подключения. В пункте подключения нажимаем на Bluetooth. Дальше включаем наш Bluetooth обязательно, возле него должна стоять галочка. И дальше берем наши AirPods. Что мы делаем? Мы открываем кейс и зажимаем сзади кнопку питания до тех пор, пока индикатор, который у нас находится здесь или здесь, в зависимости от того, какая у вас версия AirPods, не начнет моргать белым цветом. Когда она начинает моргать белым цветом, отпускаем кнопку и ждем. В ближайшее время здесь среди доступных устройств должны появиться AirPods. Если они не появляются, а индикатор моргает, мы выключаем Bluetooth и включаем его снова, чтобы планшет начал снова искать все доступные устройства в округе. Вот у меня появились AirPods. Я нажимаю на них. И нажимаю «Установить сопряжение». Кстати, наушники должны быть вставлены внутрь, это важно, и заряжены хотя бы немножко. И теперь нажимаем на шестеренку, здесь можем их немножко настроить и, например, разорвать соединение с ними. Больше видео о данном девайсе смотрите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.